Всем привет! Вы со мной на съемочной площадке сериала «Комбинация». Привет. Ма. Это вот наши вагончики вот этот. Это уже на гриме? А почему я еще не на гриме? Вопрос. Что это ж такое? Что за глаз у меня такой? Вот такой вагончик, где костюм. Мы выбираем вместе с Настюшкой очки. Версасе? Ой, эти-то прикольные. Этот грязный, это красивая. А я просто, как всегда. Это у нас типа Узбекистан. Но мы в Москве. Озвучка. Смотрите, а у Коловой под майкой ковыряются. Это не репетирует сцену, да? А я лежу. Тут у нас есть куры, и еще у нас есть бараны. У нас тут люди вон прибавились вместе с полей. У нас убежали бараны. Один остался. Мы сняли один дубль. Этот трюк Кологривы посвящает мне. В Ясневском Дикси обнаружено стадо отар овец. Перед вами Володя Канухин. Приветствую. И он... Уезжать домой. А Лиза остается работать. Ну что, ваши ставки, принесли ли мне еду? Еда на месте. Перекус такситочек, песочки с сахаром, чай зеленый. Все бесплатно. 8-9. Иван второй. Силы меня покидают. Сразу. Ожидает счастье нас, пойдем со мной. Ладно, силы вроде бы прощаются. Что-то я так поела, и мне так захотелось спать. А что ты поела? Ой, я вкусно поел. Это оно, да? Оно. Блин, вообще ништяк. Это реально тема. Съемочный день проекта «Комбинация» в Москве подходит к концу. С вами была Елизавета Базыкина. Я играю Таню Иванову в сериале «Комбинация». Смотрите на ВИН. We'll be right back.